Здравствуйте. Сегодня 18 ноября 2017 года. Провели первый день сеанса с Давидом. Нашему сыну Айдару 3 года 7 месяцев на день сеанса. У него как бы диагностировали задержка психоречевого развития с симптомами аутизма. Расстройство аутистического спектра. Ну, как мы заметили? Заметили где-то, когда ему было 2,5 года. 3 уже. Начали уже бить тревогу, так как уже ребенок 3 года уже должен, даже если не разговаривать, он должен понимать, делать какие-то, то, что ему говорит, а он этого не делал. Жестами понимает то, что мы говорим, он жестами понимает, указывает, что он хочет, за руку ведет нас и нас подталкивает, чтобы мы ему что-то сделали. Так. На свое имя не отзывается. Ходили к врачам, слух проверяли, слух отличный, вообще малейшие шорохи хорошо слушает даже. С детьми с другими не контактирует, не играет, внимания не обращает на них. Не понимает обращенную речь. Что-то просим, говорим, зовем его. Как будто такое ощущение, что он нас не понимает. Вот. Допустим, взяли человека и как будто в другую страну с другим языком поставили, вот, отправили его там, очутился и ничего не понимает. Вот такое ощущение, он ничего не понимает. В общественных местах, на улице, в магазине, там, на прогулке скандалит, может, плачет там, в магазинах, что-то хочет на месте же открыть, его же на месте же разлить, на замечания не реагирует. Плачет все время, на руки просится. Ходить сам не хочет вот, на улице, на прогулке. На руки просится всегда. Домой, либо в садик, вот родители приходят, не радуется там. Эмоции не проявляет. Когда уходишь, приходишь, как-то он на это не обращает внимания. Игрушками поиграет чуть-чуть и все. Даже особо не интересуется, ему интересно, допустим, какой-нибудь крышка от чего-то, допустим, крышка от сахарницы, он может ложку может как-то играть, необычный предмет, крышка от ручки, например, или какой-нибудь кружочек отрезанный, шарик какой, яйцо, вот его любимый, киндер-сюрприз, он не открывает, а в руках носит с собой постоянно. Игрушки, даже если играет, он по-своему играет. Допустим, например, берет машинку маленькую, переворачивает и колесико крутит руками. Спит он в обед. Редко когда спит, а так не спит. Засыпает часов где-то 10-11, просыпается 5-6 часов. Ну, иногда бывает до 7-8 спит. Просыпается рано. Ну вот, на сегодняшний день вот такая была у нас проблема. Сегодня провели сеанс, первый сеанс. Он как бы сеанс продлился 18 минут, но на мое удивление он просидел как бы спокойно. Вот такое мое ощущение было, он как бы спокойно сидел. Обычно он может так долго не может без дела сам сидеть, его либо надо отвлекать. А, кстати, занимались 3 месяца, ходили вот на ауа-терапия, как бы, ну, результаты есть, там что-то делает, что-то показывает, значит, но он все равно как-то не понимает, а жестами уже, например, делает так, там, делает так, например, цвета хорошо различает, это я тоже проверили там. Предмет вот треугольник, треугольнику ставить, квадрат квадрату ставить, вот такие вот пазлы собирать, там несложные такие
циферки ставит вот выемки свои там. Ну, это делает там. Делает, смотрит и делает не так, что пробует и потом на другое место пробует. Он смотрит и сразу же подбирает. Вот. Значит, это уже хорошо, уже тоже какой-то результат. Ну, надеемся на дальнейшее улучшение. Всем спасибо. До связи. Всего доброго.